Добрый день, рада приветствовать вас. Сегодня будет небольшая распаковка. Давно я не выполняла ее, не было посылок никаких, просто не находились красивые вещи. И вот, наконец, дождалась. Сегодня поступили две посылки. И несказанно, конечно, рада. Вещи роскошные пришли, и упаковка, конечно, радует. Прямо молодцы. Вот. Действительно, когда человек относится к этому с уважением, то и все доходит прекрасно. Посмотрите, как обернули. Помимо того, что там еще есть пленка, так еще сколько бумаги намотано на каждый предмет. Это великолепное, роскошное трио. Такое мне встретилось в первый раз. Я сейчас сначала распакую, а потом вам уже полностью покажу и расскажу, что за мануфактура. А сейчас немножко терпения. Решила сегодня звук удалить, потому что я поняла по предыдущему видео, это не понравилось. То нож не тот, то надо было ножницы взять, то еще что-то. Поэтому лучше, наверное, так. И думаю, не всех это будет раздражать. Ну, а если кому-то не понравится, просто проходите мимо, и всем будет хорошо. Так, открыла вторую чашечку. У меня она уже такая была. Красота неимоверная. Знаете, вот уже, наверное, день пятый в интернете ищу красивые вещи, прям вбиваю мануфактуры. Уже аж глаза болят. Нет, очень мало красивого фарфора. Вот просто это действительно надо ходить по распродажам, по барахолкам. Только так вот искать что-то. И то, вот знаете, вещи-то встречаются, но еще раз повторюсь, они просят приезжать. А в основном практически живут совершенно в другой стороне. И это далеко, это целый день надо только ехать туда. Поэтому они не соглашаются отправлять посылкой. И поэтому, конечно, жалко очень много красивых вещей, только забирать самим. Ну ладно. Будем искать, буду стараться это делать. Посмотрите, сколько бумаги. Ой, молодец вообще. Огромнейшее спасибо. Вещи пришли в идеальном состоянии, как новые абсолютно, видимо, витринная вещь. И, конечно, это радует. Это трио вообще бесподобное. Это сарау. Необычный этот дизайн. Могло показаться, что это другая мануфактура, но нет. Такое сарау, конечно, у меня впервые. Знаете, какой рельеф посередине. Очень тонкий фарфор. Изумительный дизайн. Все золото на месте. Никаких нет изъянов абсолютно. Идеальное состояние. И это Ваймер. У меня такой уже был сиреневый. Красавец. Не передать. Вообще удивительный. Тоже также очень тонкий фарфор, состояние новой вещи. Весь рельефный, бесподобный.
И вторая посылка. Ну, я уже знала, что в ней лежит. Я только, ну, брала одну вещь большую. Это сервиз неполный, только кофейник, молочник и сахарница. Но я не смогла пройти мимо, потому что это такая мануфактура. Это Аугуст Швайг. Состояние идеальное на всех предметах этих. И обратите внимание на эту упаковку. Я еле распаковала. Это респект. Просто респект человеку. Так заморочиться. Ой, аж этот... Мне потом даже придется снять камеру со штатива, чтобы было хорошо видно. Видите, камера, даже штатив, я полностью его подняла. Но на полу не очень хотелось снимать. Но он красивый, безупречный вообще. И, понимаете, удивительно, что состояние какое хорошее. Браво. Каждую крышечку положили в коробочку отдельную. Вот что значит, человек подходит с ответственностью, а не так бросается. А, если пришла поломанная вещь, вам почта заплатит. Не всегда почта оплачивает. Очень редко, крайне когда редко. Сет очень красивый. Особенно, если его соединить с трио, помните, которые на ножках, и ручка сеточкой, вот с таким же рисунком. Вот вам, пожалуйста, сервиз. На две персоны, если две чашечки. И вот это, ну, бесподобно. Очень красивый. Еще раз повторюсь. Видите, как крышечки выполнены. А, и молочник положили в этот, в коробочку. По-моему, молочник или сахарница. А, это сахарница. Такая пузатенькая. Сейчас все вскрою и полностью вам покажу все предметы. Вместе полюбуемся. И кофейник был вставлен в такую подушку. Золото все на месте, да, вот старая такая мануфактура и в таком состоянии. Вообще супер. Это, конечно, удивительно. Так, посторонние звуки пошли. Это Татоша там орудует. Цвет слоновой кости, даже светлее, потому что он какой-то, ну, молочный, вот он, не белый. Тонкий фарфор. Люблю эту мануфактуру. Ну, вот такие предметы сегодня поступили. Надеюсь, вам понравились. Мне очень. Я довольна, что все пришло в целости и сохранности. Прям удивительно. Спасибо продавцам за эту красоту.
Ну все, дорогие мои, до новых встреч, до свидания, пока-пока.